Убери зум максимально, убрал? Все, убрал. Включай красный, жми. Так, сегодня у нас 2 октября. Вот свинка, стой. Свинка, стой. Иди сюда. Вот свинка должна уже пороситься, но ориентировочно в часах начала октября, где-то часа до 9, 7. Ну, возможно, я хочу посмотреть, молоко есть, нет. Вымазалась зараза в резинку. Не, молока пока не видно, но судя по ее... Давайте сейчас. Поросенок, свинка, покажись. Судя по ее виду, как у нее молочные железы уже, но еще живот не опустился сильно вниз. На днях должна будет пороситься, но не сегодня. Сегодня еще нет. А, ну пощупаем, никто там не стучится, не видать. Видите, уже молоко прибывает, но еще нету. Вот я пробую. Нет, не чувствуется. Сейчас мы будем готовить сарай. В любом случае, сарай лучше подготовить в гараже. А ну отойдите, я помою еще раз. Юй, иди сюда. Это не она. Вот зараза, а? Ну пошла вон отсюда. Чтобы она заходила. Я сейчас дрын возьму. Ты мне сейчас дрын. Тимур, давай сюда заходи. Я вроде. А чулки будут что ли? Ты не купил. Нет, не буду. Сейчас мы подготовим к опоросу сарай. Процедура несложная. Вот немножко подстилки добавим. В принципе, можно этого не делать, но свежая подстилка будет. Поросятки будут бегать, грубо говоря, по свежему полу. Будут светленькие. Я даже его не буду перекапывать сейчас. Пускай она перероет там, захочет вырыть себе какие-то лежанки поделать. В общем, все будет нормально. Значит, подготовка, ну, любого опороса сводится к тому, чтобы навести порядок в загоне, в свинарнике, в стойле. Где угодно, чтобы было чисто максимально, потому что после опороса грязи будет хватать достаточно и без той, чтобы раньше. Еще я максимально убрать. Подстилка работает, в принципе. Греет сейчас. Она высохла, потому как здесь на нее нагрузка небольшая. Свинка одна сидит, помещение большое. Но поросятки, когда появятся, нагрузка изменится и будет, она как бы посырее. То есть, вот у нас. Кстати, опилки после дождя. Что там за звук такой был? В принципе, мы не будем перекапывать здесь. Пускай она сама его перекопает, свинья. Я думаю, в течение недели этой свиноматка опоросится, и у нас будет опять проведение.
Ну давай пойдем посмотрим, что там творят. Другие. Давай я пойду еще поснимаю трошки запашу. Итак, свинка у нас уже, которая по росту у нее третья, наверное. Поэтому она опытная. Очень важно поросным свиньям давать возможность походить, чтобы у них был, ну как, выгул был какой-то, чтобы хотя бы там в день какое-то время они проводили на выгуле, а не все время в стойле. Иначе атрофия мышц может быть. Ну, кто там, часть народу, конечно, скажет, что все нормально, и так рожают, но рожают так, что надо потом их чистить вручную. А у меня тут никого чистить вручную пока не надо было. Я думаю, это на это влияет и возможность погулять ее, выйти, побегать. Свинка, как видите, ручная. Противно трошки. Ну, иди отсюда. Дивы, вот пришел. Сейчас меня кусать будет. А ну, кыш! Кыш плохая, плохая свинка. Ну, вся у нас уже свиноматка. Давайте я все-таки нормально посмотрю. Не, молока пока нет. Ну, тут нормально вообще, а? Вот эта вот пришла мне и пробует на зуб. Брысь отсюда. Молока пока нет, соответственно, о появлении поросят еще можно не переживать. Сегодня точно никого не будет. Хотя, повторюсь, молочные железы уже сильно налились. И живот уже опустился, в принципе, как видите. Он, ну, вот здесь вот появились бока, как бы, бока провисли. Зато внизу все вниз ушло. Это уже такие признаки близкого опороса. Поэтому, думаю, на этой неделе у нас будет пополнение. Свиноматка чувствует себя нормально. Единственное, что она уже плохо кушает последних два дня. Но это, возможно, связано с тем, что ей дают возможность вот так вот попастись. Как видите, тут трава какая-то, буреный. Поэтому есть где разгуляться им. Наяривают. Листья с деревьев едят с радостью. Ну, первоначально, естественно, самый вкусный. Это у нас все говно куриное, пособирать по двору, пройтись. Зачем они это делают, я не знаю, но... Кстати, если кто знает, напишите в комментарии, как их отучить от этой привычки. Ну, вот, осень наступила, любая трава теперь за счастье. Они и сухую траву едят, и какую хочешь. А ну, забор не ломай, кыш. Ну, порося мало. У нас тут залежи бурьяна. Я тут недавно купил дом себе рядом. Такой дом. В общем, трава есть откуда взять, поэтому мы по возможности сейчас делаем вот такие вот осенние прогулки. Перебили, переломали все, что могли. Где только пятак сунуть может, все ломать. Ничего. Зато сейчас появятся поросятки. И у нас опять... О, видите, какая хорошая свинка. Ну, а ты что пришла? Андрея, не обижай ее сильно. Все свинки у нас гуляют, куры гуляют. Все хозяйство вышло погулять. А мы пойдем намелим дерт. И будем их кормить и поить уж. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Посмотрим, кто у нас родится, сколько родится поросяток, как произойдет все.
Думаю, все будет нормально. Процесс у нас уже налаженный, так скажем. Свинки отобраны. Эта свиноматка очень-очень хорошая, внимательная. Это тоже нормальная свинка, убежала. Так что нашего участия будет минимум. Думаю, все пройдет как надо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.